Всем привет! С вами Бартоломео, и сегодня мы будем писать дюб. Нет, ты должен был сказать дюбать! Ну ладно. Ты картошка фри, да? Серьезно? Да, у тебя ник картофель фри. Но ты да? Не картошку будешь раздавать, а немножко другие блоки. В общем. Давай мясо! Давай мясо! Мясо! Так, отлично. В общем, сегодня мы будем показывать дюб. Он достаточно такой бесполезный. О, музыку надо вообще выключить. Мы сегодня на очень любимом нами проекте. Как вы угадали, это говномайн. Ну, в общем, ладно, не буду их обзывать. Они, как обычно, не фиксят дюпы, но я им покажу еще один. Смотрите, для начала нам нужно найти марбл. Вот такие вот блоки, смотри. Типа это кварц или какая-то... Нет, не кварц, как-то мрамор, типа. Смотри, что мы из них делаем. Мы сначала... Делаем сундук, чтобы выложить все говно, которое у меня в инвентаре. Сейчас сложу. Вот это все лишнее, это стартовые наборы какие-то говно, в общем. Ладно, кирка мне нужна будет и марбл. Делаем полублоки, все умеют делать полублоки, 6 марбл вот таких вот слабых. На, держи, тебе тоже они нужны будут. Вот смотри. Не-не-не, вот смотри, у тебя есть вот такие полублоки? Смотри, что делай, ставь раз, два, а третий не ставь. А третий бери и кликай сверху по нему. Нет, другой кнопкой, как будто ты ставишь. А у тебя он не пропал из руки, смотри. И я тоже так могу. Хоп, хоп. Ты понимаешь, да? Потом берем кирку. Это прикол. Ломаем эти блоки. Из них делаем опять полублоки. Как делать? А три в ряд квадрата больших ставишь, и у тебя получается... Здесь? В верстаке, да. То есть, главное, чтобы последний блок, который у вас есть, его ставить сверху. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И опять так же, подожди. Ты тоже уже занимаешься дюбом? Нет, дюб, по сути, бессмысленный, но кому... Вдруг кому-то нужен этот марбл? Там не только марбл так можно делать, можно любой полублок, который получается в чизеле. То есть, можно цветные полублоки так делать. Например, вот смотри, берем чизел. Ставим сюда. Ой, что за глюки? Так, у них лагает что-то. О боже. Это тебя лагает. Нет. На, смотри, у них чизел не работает. Они настолько крабы, что у них чизел не работает. На, я тебе скинул. Стоп, он пропал? А, вот он. Вот попробуй его в небо ткни, открой и положи туда блок какой-нибудь. Не-не-не, чизелом палкой ты ткни. Да не киркой, что ты делаешь? Ткни. Да нет, зачем ты? Нет, другой кнопкой тыкай. У тебя менюшка откроется, и туда нужно ставить любой блок, чтобы его переделать. Типа ты поточишь его. Ничего не работает, да? Вот, у них вон глючит, лагает и не получается. Нет, подожди, просто камень засунул туда. А я хочу марбл туда засунуть, чтобы сделать цветной марбл. Ладно, выкинь мне эту штуковину, пожалуйста. Я сейчас попробую цветные блоки точно так же дюпать. Так, где чизел? Ага, спасибо. В туалете. В туалете? Это туалет у нас такой, что ли? Мы в какой-то пещере с тобой живем. Слушай, они пропадают. О боже, нет, опять эти глюки. Смотри, они пропали у меня. О, они появляются. Вот это поворот, оп, хлоп. И как получается, у них нужно вот так вот ставить эти полублоки, потом по ним стучать. Они опять исчезли. Ты понимаешь, они у меня исчезают? Ладно, так, подожди, вот полублок и вот полублок. То есть два одинаковых полублока, я ставлю один, ставлю на него сверху. Ха-ха! Теперь у меня их три. Этот я ломаю. Ну, в общем, понятно, да, все? Угу. Отлично. Что могу сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Бартоломео, картофель фри, аустори. Что? Картошка. Ом-ном-ном. Ом-ном-ном. В общем, я вот это все тут оставлю. Координаты вы увидите, можете прибегать, забирать ресурсы и продолжать дюпать. Халява, халява! Загрифелят нас тут, наш дом загрифелят. Все, пока-пока. Прям сразу быстрее с говнопроекта, да, выйти? Прям выйти. А че тут вообще сидеть? Да, надо выйти сразу отсюда. Все правильно.